Традиционно на молодежный новогодний бал приглашают самую активную молодежь муниципалитета – отличников, юных спортсменов, волонтеров, музыкантов, танцоров и художников, членов общественных организаций и объединений. Мы занимаемся в юнармии уже 5-й год. Состоим в движении юнармии. Я командир отряда первой школы. Я занимаюсь баскетболом в школе, просто не профессионально никак. Вот баскетболистки наши в дворце спорта. В прошлом году у нас были соревнования. Мы среди школ заняли 3-е место, а среди района – 2-е. Спортсмен, занимаюсь спортом, тренажерный зал, ММА, бокс, кикбоксинг. Я занимаюсь художественным творчеством, рисую, у меня много грамот там в школе, выхожу на районные этапы. Ну, ходил, просто помогал, ничего особенного. Ветеранам? Да, ходили, помогали ветеранам, там, что-то там, как коляски собирали, деньги что-то собирали, вот такую тему делали. Ну, это просто, как бы этим не надо гордиться, правильно? Просто ходишь, помогаешь, об этом не надо говорить, что ты лучше кого-то после этого. В этом году организаторы решили не устраивать мастер-классы перед танцами, зато установили множество фотозон, которыми с удовольствием пользовались гости вечера. На первом этаже можно было проверить свою силу и ловкость. Но все, конечно же, с нетерпением ждали главного действа – сам бал. Что ждете от сегодняшнего вечера? Бурь эмоций. Мы хотим в этом году хорошую музыку. Хорошая музыка главное. Более современная, наверное. Молодежная, веселая. Что-то веселое, что-то необычное, что может взорвать этот день, сделать его необычным. Хочется получить бурю эмоций, потому что последний год, можно сказать, выпускной, больше не попадем сюда, потом начнется взрослая жизнь, и все, и прям хочется оторваться сегодня, прям вот взрыв, чтобы был. Я жду большого веселья, хорошей музыки, чего-то необычного. Во-первых, это дает какое-то, возможно, даже культурное развитие, общение, потому что, это интересно. Не у всех есть возможность куда-то вот так вот выбраться, а это отличная альтернатива. Старшеклассники пришли на бал вместе со своими наставниками и учителями, которые, как оказалось, тоже не прочь повеселиться. Слова благодарности главе Ленинского района, который организовывает такое мероприятие. Всегда это есть взаимодействие. Кто умеет веселиться, тот умеет и учиться. Будем веселиться. Я надеюсь, тоже станцую пару танцев. Пожелать ребятам хорошо отдохнуть приехал и глава муниципалитета Валерий Венцель. Весь год очень плодотворно трудились и имеем полное право в конце года отдохнуть. И это хорошее мероприятие, которое позволяет еще всем вместе пообщаться, всем вместе порадоваться за успехи друг друга. Молодежный новогодний бал, хоть и носит такое несколько старомодное название, к кринолинам и фракам не имеет никакого отношения. Ребят развлекают диджеи, музыканты и танцоры. В этом году в новогоднем молодежном бале приняли участие 700 старшеклассников из 20 школ Ленинского городского округа. Ребята отрывались на танцполе до 10 вечера, а затем их ждал праздничный фейерверк. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднетова.